Привет, меня зовут Ирина, и я знатный прыщавик уже, наверное, 2 года. Да, 2 года назад в моей жизни произошла не очень удачная чистка лица, и с того момента я бесконечно борюсь с тем, что у меня осталось от косметолога. Видео на данную тему у меня есть, а сегодня я с тобой поделюсь своими любимыми бюджетными аптечными средствами, и не только бюджетными средствами, в борьбе с этой гадостью на лице и на тело, которая называется прыщи, акне и угри, черные точки, поэтому оставайся со мной и поехали. Поехали смотреть, что я для тебя приготовила. 30 секунд самореклама. Не забудь подписаться на мой инстаграм misscake9970. Подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. Ставь лайк, если тебе было интересно, полезно. Можешь поставить репост, вдруг кому-то тоже данное видео будет полезно. И не забудь, конечно же, оставить комментарий, понравилось тебе это видео или нет. Может быть, ты тоже что-то посоветуешь. Итак, ну что ж, я решила показать тебе все средства, все препараты, которые сегодня будут, по иерархии от самого дорогого к бюджету. И первое средство, которое хочу тебе показать и познакомить, это будет средство от французского бренда, которое называется Differin Gel. Активное средство, активное действующее вещество данного средства, это идет адаполен. Применяется он как раз против черных точек и белых точек. В простонародье белые точки еще называют жировики. Если ты также их называешь, конечно же, не забудь поставить лайк и посмотрим, сколько нас таких, потому что вот, ну, я с детства называю белые точки, точнее, с подросткового возраста их называют жировики, лично в моей семье. Ну так вот, данное средство предназначено для лечения как раз белых точек, черных точек, для того, чтобы их совершенно убрать. Применять данное средство нужно от 4 до 16 недель, то есть от месяца до 3 месяцев, потом, естественно, препарат нужно убирать и пользоваться чем-то другим. Даже все косметологи, дерматологи рекомендуют чередовать средства в борьбе с высыпаниями. Единственное могу сказать, если ты мамочка, которая кормишь грудью, не рекомендую это средство применять, потому что даже сам производитель говорит о том, что не стоит. Если вы только забеременели и у вас есть жировики, черные точки, у вас жирная кожа, тоже не рекомендую использовать данное средство, потому что даже сам производитель не рекомендует это делать. То есть беременным и кормящим данное средство использовать нельзя, имея в виду. Что могу сказать от себя? Данное средство действительно очень хорошо подсушивает жирную кожу, частично убирает черные точки. Если регулярно им, конечно, пользоваться и делать какие-то перерывы, повторно делать, то оно очень даже неплохое. От белых точек, от жировиков тоже помогает, они потихонечку как-то рассасываются, и потом некоторые головки вылазят. Очень достойное средство, единственный его минус, это, конечно же, его цена. Он стоит больше 700 рублей, и это прям, знаете, для человека, у которых есть денежка, чтобы потратить на такое средство. Второе средство, которое я хочу тебе сегодня показать, от индийского производителя, и это средство просто побило, мне кажется, какой-то фурор в моем инстаграм. Мой инстаграм называется misscake9970, проходи, смотри. И, конечно же, не забудь подписаться, я буду рада видеть тебя там в числе подписчиков. Это средство, которое называется Метрогил. Активное действующее вещество – это метронидазол. На самом деле, это средство, я узнала о нем сравнительно недавно, буквально, наверное, года два, может, чуть больше, 2,5. Это средство очень хорошо помогает как раз при гнойных воспалениях, когда вот есть вот эти вот гнойники, когда есть черные вот эти, вот, знаете, вульгарные угри. Очень хорошо помогает, если жирная кожа, и вот это вот все в совокупности, жирная кожа прыщавая, отличное средство, которое помогает. Единственное, что результат от его использования вы увидите, наверное, спустя 2-3 недели, вот он начнет уже активно как-то действовать, нужно именно накопительный эффект от него. Но с учетом того, что данная цена данного средства доходит максимально 180 рублей. Одно время я плотненько на нем сидела, потом у меня кожа к нему привыкла, и я просто сейчас его убрала в холодильник и точечно просто наношу на некоторые такие, знаете, красные вульгарные угри, которые появляются, к примеру, в критические дни у девушек. Отлично помогает, нейтрализует эту красноту, высушивает прыщичек, и он намного быстрее вызревает и выходит. Мне очень понравилось, и если есть именно гнойное воспаление, он тоже отличненько помогает его убирать. В общем, мне понравилось данное средство, но единственное, еще раз говорю, девочкам с сухой нормальной кожей будьте аккуратны, потому что он очень-очень хорошо подсушивает. А так, это просто мой отличник и палочка-выручалочка, всегда должен быть у меня в косметичке. Следующее средство, которое я хочу тебе показать, это средство, которое отлично помогает
если есть подкожники. Для себя я его открыла сравнительно недавно, наверное, год назад. Это обычное средство, которое стоит около 150 рублей в аптеке, называется хлорофилипт. Его еще применяют в различных других способах для женского здоровья, но я его использую, приспособила для того, чтобы именно им мазать вот эти, знаете, подкожные красные воспаления. У меня есть склонность именно подкожникам, даже не к черным точкам, а именно подкожники, это моя беда. И если, к примеру, подкожник я вовремя им не занимаюсь, то он у меня превращается в такой, знаете, отвратительный прыщ, который потом я могу только справиться с ним вот этим вот средством метрогилом. Да, вот, ну, вот такая вот моя особенность. Ну так вот, хлорофилипт — это отличный антисептик, и он каким-то образом помогает именно работать с подкожниками. Он, знаете, как будто проникает в кожу, и вот все микробы, которые есть вот в этой вот фолликулы, где образуется сам прыщ, он, некоторые прыщики позволяют им быстрее созреть, и чтобы они вышли, и причем это не страшный прыщ, который будет, а вот, знаете, он быстренько вызревает и сам сходит, либо полностью их рассасывает. Отличнейшее средство, могу смело порекомендовать. Единственное, что рекомендую, обязательно проводить за тест на запястье, чтобы не было аллергической реакции, потому что все-таки хлорофилипт — это идет вытяжка от растения, от листьев эвкалипта, поэтому как бы может вызвать аллергическую реакцию, поэтому все проверяйте, смотрите. Но вот это средство, именно масляный раствор, мне очень нравится в борьбе именно с подкожными высыпаниями. Отличнейшее средство. Следующее средство мне отлично тоже также нравится, оно у меня всегда есть, я им активно пользуюсь. Это просто, наверное, знаете, самый бюджетный вариант в борьбе с прыщами. Вот да, вот если вы помните эти в аптеке штуки, когда нужно побороть высыпание, и у вас ограниченный бюджет, я рекомендую вам познакомиться вот с такой штучкой, называется салициловая-цинковая паста. Я активно, как вы видите, пользуюсь, наношу точечно, когда есть именно гнойные высыпания, когда есть прыщички, которые нужно, чтобы они по-быстренькому ушли и не осталось никаких следов, то я использую тоже так же это средство, когда, к примеру, у меня нет метрогила, который также помогает, кстати, помимо того, что убирать прыщи, он убирает еще следы от прыщей, он как-то, знаете, высветляет эту зону, и нет потом вот этой постакнешки. Салициловая цинковая паста работает абсолютно так же. Цинк отлично подсушивает, салицилоцинковая паста, салицил вообще очень хорошо работает, салициловая кислота отлично работает всегда на проблемной коже, склонной к высыпанию, цинк отлично подсушивает, а в совокупности это средство просто палочка-выручалочка, с учетом того, что, смотрите, стоит оно 18 рублей, поэтому если у вас ограниченный бюджет и у вас присутствует высыпание, именно гнойные высыпания, когда вы не знаете уже, что с ними делать, попробуйте вот эту салициловую цинковую пасту, думаю, оно вам тоже очень сильно понравится и станет вашим фаворитом в косметичке, с учетом того, что это очень бюджетное средство и нужно его совсем немножечко. С удовольствием вам его рекомендую и, собственно говоря, сама пользуюсь. Ну и еще один продукт, который я не могу не показать. Оно мне и нравится, но все-таки как бы им нужно пользоваться достаточно долгое время, чтобы увидеть эффект. Ну, к примеру, когда я не могу пользоваться кислотами, в свой уход я добавляю это средство, и это средство бодяга. Я его ранее всегда использовала, всегда, когда у меня были синяки на теле, да, во время тренировок у меня частенько были синяки на теле, поэтому для того, чтобы их как-то убирать, я пользовалась бодягой. И потом просто стала использовать его еще на лицо. Это было очень-очень давно, и мне, в принципе, очень нравилось. Сейчас производители поняли, как мы, девочки, их используем, и они стали выпускать достаточно разных, от разных производителей, бодяги, которые уже, так скажем, готовы в применении. Есть бодяга в порошке, есть вот такая бодяга в геле, к примеру, где помимо бодяги, водоросли, из которой получается бодяга, здесь еще есть экстракт подорожника и тысячелистника. И он помогает бороться с угревой сыпью, убирает активность сальных желез, а также активизирует микроциркуляцию кожи. И очень здорово. Это средство, кстати, еще работает для не только синяков, пигментных пятен, а еще и помогает в борьбе
с какими-то морщинками, да, оно как-то, вы знаете, тонизирует кожу и убирает еще морщинки. В общем, супер средство. Но данное средство нужно использовать прям очень долго для того, чтобы увидеть результат. Но сейчас, когда активное солнышко, к примеру, у нас уже началась во всю весна, я просто не могу использовать физически, к примеру, какие-то кислоты, и поэтому использую всегда на лето вот такие средства, к примеру, бодяга, с удовольствием. Иногда покупаю в порошке, иногда покупаю вот в таких гелях. Кстати, в порошке она намного выходит бюджетнее, дешевле, там вообще буквально 10 рублей пакетик, который вам хватит на энное количество раз. Вот эта вот бодяга стоит около 100 рублей, и вот этой упаковки в объеме, по-моему, тут 100 мл, может быть, чуть поменьше, 80-75 мл, ее, конечно, хватит не на сильно долго, потому что, ну, вот это вот за одно применение у меня ушло, как вы видите, то есть, как бы я сейчас начала ей пользоваться. Так что вам могу ее тоже посоветовать, если вы не любите использовать кислоты, хотите избавляться от застойных пятен, от воспалений, если у вас есть постакне, попробуйте использовать бодягу. Но еще раз повторюсь, ей нужно пользоваться долго для того, чтобы увидеть результат. Но вот эти все средства, которые я вам сегодня показывала, за исключением хлорофиллипта, они борются с тем, чтобы не было постакне. Метрогил отлично осветляет постакне. После его использования у вас не будет никаких, так скажем, синюшных, краснющих остатков от ваших прыщей. Также не будет никаких следов от прыщей от использования средства Дифферин геля. Отлично высветляет постакне. Ну, если пользоваться салициловой цинковой пастой, тоже, к счастью, к вашему тоже не будет никаких постакнешек. Но если вы любительница подавить ваши прыщички и не пользовались этими средствами, и у вас есть уже застойные пятна, уже есть вот эти, вы знаете, синюшность, которую вы когда-то себе наделали, попробовать бодягу, я думаю, она вам тоже очень поможет. Ну, собственно говоря, это весь арсенал, который я вам хотела сегодня показать. Если тебе понравилось данное видео, конечно же, поддержи меня пальчиком вверх, оставляй в комментариях, чем ты пользовалась, чем ты можешь, что ты можешь порекомендовать мне и другим зрителям, как бороться с воспалениями, какие-то, может быть, у тебя есть бюджетные любимые фавориты, пиши все в комментариях, не забудь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить свежие новые ролики. А с вами была ваша Ирина, мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. Всем пока-пока!